348. Баг. Эх. 138 СМПЖЕ. Сигнал тебе будет. Возможно, все будет. Очень хуевая первая рума. Так, ну мухи меня не беспокоят, правильно. Я вообще могу даже вот так делать, я могу их путать об мух. В этом типа смысл комнаты, чтобы они путались от мух. Блять! Я он только сейчас ускорился. Вау, это было очень плохо. Ебать! Чё нахуй? Это хорошо получилось. Это удачно получилось, ладно. Терза в говне. Дамаг нормальный, все становится нормальное. Так, только не надо ролить сундучок. Вечкам. Свечка может быть лучше, чем абисс. Но абисс как бы тоже неплохая активка так-то. Привет, Феникс. Потрогать ради чего? Превращение? Насрать абсолютно. Насрать просто кучу на это превращение. Буквально, да. Тихо. Я забираю. ГБ-бак дамажит боссов или нет? По-моему, нет. Дамажит, подожди. Может дамажит. Но не особо сильно явно, чтобы это того стоило. Лучше босс хотя нет тирейта. Я тебе бомбу не дам, иди нахуй. Мне мало бомб. Уже не мечтаю о моих бомбах. Надо мне еще на сделку идти. Насколько очевидное расположение первой секретки? А, да, 8 дамага по боссу, охуенно. Очень полезно тогда. Слом. Нормальный старт, хоть хп до хрена. Идем дальше. Играть. Дальность бесконечная. Сюда, пока эта хуйня что-нибудь порулит мне нужное на респауне. Думаю, лучше вообще эту парашу не использовать.
Нормально. Это пусть остается с нами. А, он, или может она мимо летит, когда респаунится? Сейчас вроде прям, вроде прямо в бомбу летел, он вроде промазал. Или просто повезло, что она промазала. Ну, кстати, чемпион-то не меняется, лол. Чемпион остался. Просто врага изменили. Смешно. Или не проверю, что было мимо. Конечно, могу пойти на ангела, но, блядь, я нахуй ненавижу ходить на ангела, еще и на зверя тем более, так сделать нихера не будет. Надеюсь, что там что-то будет хорошее все же. Дашь синя? Не даст. Это нехорошее. Даже может стоило заобидеть, возможно. Второй шанс. Это хорошее. Ну теперь это, конечно, дорого вышло. Но это хорошее. Брим с рифтом. Сейчас при рифт еще будет, наверное, чаще прокать. Хорошо, хорошо. Купить это карт, это тоже хорошо. Question card, Queen of Hearts, Queen of Hearts, это может пригодиться, это может пригодиться. Найти вторую секретку. Ладно, на другом этаже. Этаж какой-то всратый. Провод. У босса, может быть, там все равно два варианта есть, поэтому я хочу бомбу тратить. Очевидных вариантов. И оно может все равно быть не там. Это хорошее. Так, что делает Пандора здесь? Два бомба, два ключа, да? Херня. Шанс на черный хп. Закончились. Да, брат. Тут есть чё? Нету. Тут есть чё? При возвышении это получается то же самое, что и на невозвышение. Это же не меняется. Ну то есть то, что ты получаешь на Хейс 2, ты получишь и там, и там. Одинаково.
также работать. Блин, рифт реально прокает. Неплохо прокает. На звере, по идее, рифт не так плохо был. Хотя, блин, не знаю. Возможно, и плохо будет. На матери рифт вроде хуйня полная, что там просто все атаки по пизде идут. На звере там вроде не так плохо должно быть. Но скоро узнаем, скоро узнаем. Может быть, тоже плохо все будет. Ну, у меня пока хп не очень много, и в принципе это... Так как это можно будет заюзать, наверное. Сокрому найти хотя бы одну где-нибудь. В принципе, хаоса ранее тоже было бы неплохо залутать. Хотя я уже на дьяволах. На дьяволах хаос странная идея. В среднем. Я вот потому он еще не люблю хаос, потому что я всегда играю через дьявола. На дьяволе не особо охота отдавать хп. Обычно. За хаос айтемы. Ладно, мы на звере. Ключ не нужен. Она не поломанная, нет. Вроде не поломанная. Здорово, лисенок. Я не лост. Сокрума, кстати. Это она. Погнали. Не обосраться. Ладно, похуй, наверное, на Абис уже. Манте, шоу. А, типа манте мне срет. Ладно, похуй. Интересно драться. Зря я это делаю, зря я это делаю. Зря я этой хуйней занимаюсь. И тем более Абиса уже нет, нахуй я это делаю. Окей, хп все уже проебал. Ну ладно, мистер манте есть. Ну, по итогу хуйня получилась, кстати. Без манти сейчас было бы очень хуёво. Сейчас я просто так проебал хп все. Зря, урон... А, урон у меня с этого. С власти было, думаю, чем я за урон такой бешеный. Приятно. Это будет неприятно урона. The High Priestess. Что-то вроде не хватает, да? Хотя, там какая-то батарейка была, вроде хватит. Эти хватит. А, правда, надо ключ тратить. Не хочу ключ тратить. Надо хп искать. Мантия хорошо. Скап хорошо, но...
Вообще не гарантия, что я не сдохну. И нихуя не гарантия. А сейчас я могу себе за пол хп удариться и сходить в босс-руму, кстати. Хуйня идея, не помню, это норм идея. И потом снова, типа, с популяр вернуть. Не, это охуительная идея, наверное. Не, вот это не стоит навязать. Это меня может на пол хп оставить, это будет хуёво. Вот тут можно, кстати, затестить. Затестим. Experimental pill. Ну нет. Это может быть лошадиный минус хп, да, ведь? С тем же успехом. Думаю, не хочу я такие над собой делать эксперименты. Так, если будет сделка, то я, видимо, ангела бахаю, да? Как раз получаю заряд. Блять, я так на пол хп-то не ударился нигде. И сейчас наступаю на шипы и подыхаю. Ладно, у меня мантия есть все равно. Ну, это будет тирейд или скорость. Я не хочу на одну хп драться. Там даже красный этот мегаму может быть ебаный. Не стоит того. Ну-ка. Окей, один ключ, ты ему что-то нихуя нет расходника в этом забеге. Си хуй с таким спауном, блядь. Чё это нахуй, блядь, за спаун? Долбоёбский. Чё, охуел, блядь, урод. Так, я, кстати... Не, в пизду я не буду рисковать. Пизду. Потом вообще могу сразу умереть на одном хп. Иду рукнуть, чтобы эта хуета больше не спаунилась. Нормально. И заберу абисс. И тогда могу ключ заобисить. Ну вот. Так уже стало получше. Поверну. А нахуй я отстаю обратно, я могу там что-то за... Что это могу заобисить? А это могу деку заобисить. Или взять деку с собой, чтобы карт найти каких-нибудь смешных. Я могу деку, кстати, поюзать один раз точно. Там батарейка есть. Скорость говна. Минус. The Hierophant. Ну, хп вернулось. Почти пол хп уже. Скоро будет эпический подъем. Предвкушаю уже. Просто там все работает. Так, мне вообще одна бомба нужна, да? У карты нету. Ты выжил? Не выжил. Чем он выжил? Не умирающие.
Комплекс. Бля. Тема с суплексом. Но нужен этот, как его. Лопат нужна или World Card нужно прямо сейчас. Тогда мемы возможно, да, еще Депс 1. Тут еще мемы возможны. Самый суплекс. Пан не дыт, но это вопрос не имеет никакого смысла. Потому что от вопроса твоего файл ни ближе, ни дальше никак не станет. Но будет тогда, когда я этого сам захочу. Это когда угодно может произойти. Хоть через год, хоть через месяц, хоть через 20 лет. Списания файлов у меня нету. Как и других стриков. Мне даже если 10к закинешь, ничего не изменится. У меня просто будет 10к. Но файлов все еще не будет. И ближе он тоже не будет. Даже за 100к он вряд ли будет ближе. Я взорву просто. Вообще можно было купить ключи. Надо было купить ключи. Ну, в этом забеге я могу кирку брать. Там забеге кирку можно брать. Где нормальный билд. Хотя, как нормальный? 7 дэмэдж брим. Мне даже сохраны дэмэджа нихуя нет. Смешно. Ну, дэвил карта есть, правда. Ладно, снова будет нормально, думаю. Чё он? Луч есть, который, правда, толком не поиспользуешь, потому что он тоже хуёво перезаряжается. То можно о бомбах не переживать с киркой. Все? А! Господи, ГББак, он все еще с нами. Все еще с нами. Я его почти забыл уже. Он все еще здесь. Ну и ладно. Ты полезный. Это еще может пригодиться, если там, конечно, второго гряда не будет. Сразу же. Надеюсь, не будет. Тогда это еще может мне помочь как-то. Так, вместе. Это поломанная секретка, но... Вроде уже не актуально. По-моему, это уже не актуально. Ёбно, давай еще раз так же. И мы еще разок. Закрепить успех. Ладно, еще разок. А, сделки просто в этой игре отсутствуют. Это печально. Это печально. То есть, подожди.
То есть, если бы я этот сейчас забег не фармил, у меня бы не было ни мантии, ни короны, ни ревелейшна, да? Но был бы Брим, ладно. Брим был бы, но это был бы... Три дамаг Брим? Охуенный сит. Охуительный сит. А еще если я зря повязал Хермит, лучше бы фулл-карту повязал. Не мог сразу сейчас улететь в Магац. Мазари. Ну ладно. Хуй. Блоди ласт, не ласти блот, но... Ну да. В принципе, это отчасти хорошо. То есть... На самом деле, я потеряю корону, и потом при получении урона... Там, миллион раз я получу 9 дамаг, вроде. То есть, если я всолю все хп, я получу 9 дэмэджа. Вроде как. А не, подожди, нет. Нихуя, наверное. Или подожди. Или правильно. Не, это, наверное, было вместе с короной, да? Я не помню, сколько у меня было дэмэджа. Там сколько? Там 2 множителя? Или там больше, чем 2 множителя? У Блоди Ласта. Максимальный. Или там будет ровно одно и то же, что и это. Что и... Корона. И в магазине будет беда. Это доброе известие. Магаз, вот он. Так, это нихера не дает. Ну хотя подожди, это дает. Это мухи усиленные. Это мухи усиленные. Это неплохо. Кстати, погоди, блять. Это полезно. Это на самом деле полезно. Это же работает, да? А, правда, надо ее поломать. А, надо ее поломать, правда. А я ее не поломаю, нихуя. Я ее не поломаю дома. Блин. Надо найти активку на один заряд. Или без заряда. Я ее нашел. Тогда это все еще может мне помочь. Это на самом деле мне может помочь очень неплохо. В плане халявного дэмэджа. Так. Ну погнали. О, это тоже мне может помочь. Да, я это заберу. По-моему, тихо звучит. Сейчас, может, будет лучше слышно когда-нибудь. I got... I don't give a fuck about I wanna... proc active item to get Bloody Lust bonus. The only reason why I took it. Get extra damage for the dogma. Just because I don't wanna cook meth anymore, I'm lying down. How many more people are gonna die because of us? No one. None. Now that we're in control, no one else gets hurt. You keep saying that, and it's bullshit every time. Always, you know what? А, Devil Card, да, это правда. I'm done. Да, наверное, Devil Card лучше, чем Верфант, ну да. Тоже правда. Ну вот, пацан, я не сдержался. Я не сдержался. Это слишком хорошо. Это слишком хорошо. Thank you.
Сыграть перевернутый тауэр в подвале или на бесте. В подвале ничего не будет, скорее всего. На бесте не помню, тоже может ничего не будет. Скорее всего, ничего умного там точно не будет. Ничего полезного. Мало озвучек, кстати. Что-то я вчера тыслил, вроде как-то вроде почаще оно прокало. И там какой-то шанс, может. Непонятно. А вот я работаю. Камень? Нахуй иди. Неправда, я к камушку нормально отношусь. Иногда он полезен. Так. Да, это максимум. Какого-то максимум. Насрал. Еще и дамага получил. Вроде выгодно получилось. Нормально. Ладно. Оставим, не знаю. Дамаг у меня Bloodlust. Bloodlust и Sharplock. Сплутер кошка рядом сидит. Ну вот, надо было ее новое место. Бля, рифт. Сидит, но без уважения получается. Ну, поехали. Как же там ГБ багу плохо. Ну, пока в турде особо ничего не делается страшного. Долетел. Та сука. Попадает. Ну
да, с пропада не очень много этого, правда. Сильно часто. Спи хорошо. Зарулить. И походу рифт, кстати, не работает на их слезы. Что-то ничего особо не бесоебит с этим рифтом. На удивление. Так, видимо, на зверя особо и плевать. А хули косы не умирает? Вот. О, хера косы не умирает. А, на Д забудь эта хуйня работать. Блять, на этого еблан эта хуета работать. Ёб твою мать. Хуесос, на которого эта хуйня работает. Помнишь, что какой-то еблан был здесь поломанный? Это чмо. Ебанутая с рифтом. Просто сдохнем. Это 9 дэмэш, может быть 10. Стейбл карты сейчас. В принципе, терпимо, наверное. По идее, терпимо. Ай! Еще вторая фаза. Еще вторая фаза будет. Надо будут смешные атаки, серьезно. Иди нахуй, не будет так смешных. Читай. Г-г. 3.48.